Новые подробности теракта на юге Израиля, где мужчина открыл огонь по посетителям автовокзала. Как оказалось, один из погибших получил пулю случайно. Сотрудник полиции принял его за пособника террориста и выстрелил. После чего, как сообщается, на него напала разъяренная толпа. В тяжелом состоянии выходцы из Эритреи госпитализировали, но спасти его не удалось. Добавлю, эта атака в Израиле стала уже шестой за минувшие два дня. По всей стране усилены меры безопасности, а в Восточном Иерусалиме, где проживают арабы, дополнительно установили КПП.